Гвоздика улучшает кровообращение и очищает слизистые. Красный перец разжижает кровь и нейтрализует действие табака. А куркума понижает давление и предотвращает развитие онкозаболеваний. Огромное количество специй обладают полезными для здоровья свойствами. Именно поэтому в древние времена они ценились на вес золота. Специи уменьшают риск преждевременной смерти. Например, перец чили по результатам исследований на 12% снижает абсолютный риск преждевременной смерти. Также специи сокращают потребление соли, что является главной профилактикой артериальной гипертензии. Но для этого необходимо сначала добавить специи в пищу, а далее уже солить по вкусу. У каждой из них уникальный цвет и аромат, состав витаминов и область применения в кулинарии и медицине. При этом эффект от применения специй сравним с приемом лекарств. Одним из главных достоинств пряности является наличие антиоксидантов. Они замедляют процесс старения. В одной щепотке специй их содержится больше, чем в стакане ягод. В первую очередь специи нельзя людям с индивидуальной непереносимостью ингредиента, аллергическими реакциями на определенные специи. Также с осторожностью следует применять специи людям с хроническими заболеваниями в стадии обострения, такими как бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка. И некоторые специи в больших объемах запрещено принимать у беременных. Это, например, шалфей, так как он может спровоцировать выкидыши. А еще острая и жгучая пища помогает организму вырабатывать эндорфины, которые улучшают настроение, а манящий аромат пробуждает аппетит. Так что используйте специи на здоровье. Но если у вас есть вопросы к своему организму, то все же лучше сначала узнать у врача, какие специи вам показаны.